Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Владимир Путин поделился своим видением, почему на российских дорогах гибнет так много людей. По мнению главы государства, одна из главных проблем у нас – нетрезвые водители, а еще, мягко говоря, напряженные отношения между шоферами и пешеходами. Президент призвал повышать культуру поведения на дорогах. Он порекомендовал полиции лучше взаимодействовать с общественными и волонтерскими организациями. Кстати, официальная статистика по погибшим и пострадавшим в ДТП по всей стране в прошлом году еще не представлена. ГИБДД отчитывалась только за 10 месяцев 2021 года. Там упоминалось о 12 тысячах погибших. Для сравнения, за 2020 год летальных случаев на дорогах было более 16 тысяч. Трасса 101. Общественная палата Ленинградской области наехала на начинающих водителей. Таковыми у нас официально считаются автомобилисты со стажем до 2 лет. Представитель палаты, будучи уверенным в том, что новички за рулем крайне опасны, предложил считать, сколько раз они попадут в ДТП. 1, 2, 3, все, после 3-го надо отнимать права. Вернуться в водительское кресло можно будет только после успешной пересдачи теоретического и практического экзаменов. Соответствующие предложения направлены руководству ГИБДД. Трасса 101. Самой покупаемой иномаркой с пробегом в России остается Ford Focus. По итогам прошлого года средняя стоимость модели, сообщает компания Авито, зафиксировалась на отметке 365 тысяч рублей. Второе место досталось Hyundai Solaris со средним ценником немногим более 600 тысяч. На третьей строчке Kia Rio 620 тысяч рублей. Также в первую пятерку входят Chevrolet Niva и Renault Logan. Их средний прайс, соответственно, 302 тысячи и почти 590 тысяч рублей. Трасса 101. Россияне приобретают чаще всего новые автомобили белого цвета. Вторым по популярности является черный, третьим – серый. Также в первую пятерку входят серебристый и темно-синий. Наименее востребованы фиолетовый, пурпурный и розовый цвета. И, наконец, интересная закономерность. Чем дороже машина, тем темнее у нее цвет. Трасса 101. Поражает, за сколько сейчас некоторые автовладельцы готовы продать свою машину, но этот случай наверняка можно считать уникальным. На одном из популярных сайтов появилось объявление о продаже Нивы 2017 года выпуска за 2,5 миллиона рублей. Аналогичные экземпляры сейчас предлагаются по 500-600 тысяч. Почему так дорого? Автор объявления указывает, во-первых, на то, что это внедорожник из ограниченного тиража, приуроченного к 40-летию модели, а во-вторых, пробег всего 17 километров. Из видимых отличительных черт – отделка салона эко-кожей и иные колесные диски. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».